там медведь едут такие, ну, машины. Здорово, пацаны, приехали в ДК «Кристалл». ДК «Кристалл», если кто не понимает, где это находится, это ликероводочный завод «Кристалл», город Москва. В этой локации находится как раз-таки клуб «Кристалл». Это бывшая ДК завода «Кристалл», и как бы его переоборудовали под клуб. А сейчас мы находимся на территории этого завода, и тут всяческие прикольные вещи, какие-то лошади, знаки. Много здесь всего интересного. Постоянно снующие машины туда-сюда. Бывают даже про какие-то винтажные машины проскакивают. Ну вот, если пройти, вот сейчас мы, у нас сейчас будет саундчек, и я вот направляюсь туда. Но мы проходим. Обратите внимание, интересный арт. Вот на стене какой-то голый мужик другого мужика какими-то гирями бьет или непонятно что он там делает, неважно. Вот. Здесь мы можем увидеть композицию из фильма «Безумный Макс». Вот это пулеметы, огнеметы, всякие замороки. Ну, типа это киберпанк. Вот оба. Кстати, посмотрите, отличнейший образец машины из фильма «Безумный Макс». Вот тюнингованная, как раз таки под постапокалипсис. Да, типа того. Вот здесь вот интересная штука есть. Экран, декорации и все дела, короче. Как-то так. Вот дверь очень красивая. Хочу, чтобы вы меня сфотографировали возле этого.